партнер проекта – финансовая компания «Респектстройинвест». Лето – жаркая пора. Пляжный сезон в разгаре. В самом разгаре и сезон строительных работ. С вами я, Дмитрий Нгуен, и программа «Прожектор новостройки». Мы снова находимся на Алексеевке, где строительная компания «Фордпост» завершает строительство жилого комплекса «Молодежный». Завершаются работы по устройству кровли секции А, Б, В пристроенных помещений, а также двухэтажной офисной вставки. Выполнен монтаж ограждающих конструкций двухэтажной вставки между секциями В и Г. Завершены работы по устройству витражей первого этажа и вентиляций. Ведется монтаж отопительных приборов в квартирах, а также подключение отопительных приборов к распределительным устройствам системы отопления. Строительная компания «Фордпост» завершает строительство второй очереди жилого комплекса «Молодежный». При этом строительная компания на сегодняшний день особое внимание уделяет подготовке пакета документов для ввода в эксплуатацию и получения сертификата соответствия проекта. Партнер проекта – финансовая компания «Респектстройинвест». Если жилой комплекс «Молодежный» уже практически построен, то для жилого комплекса «Черемушки» все это еще впереди. У нас есть уникальная возможность посмотреть, как рождается новый дом. Именно здесь, именно сейчас закладывается фундамент нового жилого комплекса эконом-класса «Черемушки». Строительная компания «Фордпост» и финансовая компания «Респектстройинвест» начинают строительство нового жилого комплекса эконом-класса «Черемушки» по адресу проспект Победы, 65 Г. Дом располагается в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой и мощной транспортной развязкой. В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса вводится в эксплуатацию станция метро «Проспект Победы». Рядом лес, озеро, Алексеевский лугопарк. Жилой комплекс «Черемушки» – это два многоэтажных жилых дома с подземной автостоянкой. В доме будет 18 этажей, 16 из которых будут занимать жилые, а первый и 18 этажи – нежилые помещения. Наружные стены планируется выполнить из ячеистых блоков. Для обеспечения сохранности тепла установят энергосберегающие окна. Горизонтальная скрытая система турбопроводов отопления в квартирах обеспечит оптимальное распределение температуры в помещении. Энергоснабжение жилого комплекса будет обеспечиваться по второй категории. На распределительные щиты, установленные в каждой квартире, будут проводить провод большого сечения, что позволит эксплуатировать достаточное количество бытовой техники. Жилой комплекс «Черемушки» будет обеспечен телефонной связью, интернетом и телевидением. Срок сдачи первого пускового комплекса – 31 декабря 2015 года. Для строительства дома необходим надежный фундамент. Приобретение квартиры в жилом комплексе «Черемушки» станет прочной опорой вашей финансовой стабильности. Строительная компания «Фордпост» и финансовая компания «Респектстройинвест» представляют жилой комплекс «Черемушки», в котором представлены одно- и двухкомнатные квартиры, однокомнатные площади от 44 метров квадратных и двухкомнатные площади от 75 метров квадратных. Стоимость метра квадратного от 5300 гривен за метр квадратный. На сегодняшний день инвестиции в недвижимость являются самыми безопасными и гарантированными. Поэтому приобретение жилья в жилом комплексе «Черемушки» будет выгодным вложением ваших денежных средств. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Но где оставить машину на ночь, если у вас нет собственного гаража? Мы знаем ответ на этот вопрос. Строительная компания «Фордпост» и финансовая компания «Респектстройинвест» представляют вашему вниманию современный подземный паркинг «Автоград» на Вернадского 1. Партнер проекта – финансовая компания «Респектстройинвест». Подземный паркинг «Автоград» построен в соответствии со всеми действующими на территории Украины строительными нормами с применением самых современных технологий и материалов. Паркинг «Автоград» оборудован вентиляцией, электроосвещением, автоматической установкой водяного пожаротушения, пожарным водопроводом, а также пожарной сигнализацией. На въезде в парковочный комплекс установлены ворота с электроприводом. Парковка машины не составит большого труда даже начинающему водителю, так как ширина каждого места составляет не менее 3 метров, а ширина проезда составляет 6 метров 60 сантиметров, что позволит с легкостью разъехаться встречным автомобилем. Начать пользоваться паркингом можно хоть завтра.
В настоящий момент пока есть свободные места в продаже. Ознакомиться с планировкой паркинга и обсудить условия его приобретения вы можете, позвонив в отдел продаж по телефону 766-45-90. Строительная компания «Фортпост» и финансовая компания «Респект Стройинвест» начинают новый большой проект – жилой комплекс эконом-класса «Черемушки». Следите за эфиром, и вы будете в курсе последних событий. С вами был я, Дмитрий Нгуен, и программа «Прожектор. Новостройки».